Толян, ты вернулся! Это надо отметить! Да я тебе еще такое расскажу, ты упадешь! Ну так это, под бутылку, конечно, упаду! Так что давай, присядем! Короче, плывем мы на этой посудине, а там тетка одна сумасшедшая совсем была! Хочу, с тем и сижу. Ты мне не указ. Лиза, я не виновата, он сам подсел. Ой, вернулась Холопова. Без тебя так хорошо было. А без вас еще лучше. Итак, результат нашей последней контрольной. Марьяночка, конечно же, 5. Алиса, 4. Дима, 5. Чё? Чё ты чокаешь? Холопова, 2. Но меня же вообще не было на контрольной. А то я не знаю, на какую оценку ты бы её написала. Дима, почему у тебя 5? Потому что я умный. Ага, конечно. А если серьезно? После того, как моя мама сходила к Белеликте, она меня любить стала. А почему тогда, когда моя мама сходила к Белеликте, то Белеликта меня еще больше ненавидеть стала? Потому что моя мама клуче твоей. Нет, моя мама клуче. А ну циц! Холопова, ну-ка хватит болтать, не мешай Димочке учиться. Да, многое изменилось, пока меня не было. О, ботан наш вернулся, ща опять нудеть будет. Блин, ща все мозги вынесет. Добрый день, надеюсь, я пропустил не слишком много знаменательных событий. Привет, мальчики. Привет. А я думала, что настолько биолог заикается. Валёк, ты чё? Отвисни! Привет, я Валентин, а тебя как зовут? Валентин, вы за время поездки забыли мое имя? Урок уже 5 минут как идет. Ой, да, прошу прощения. Слышь, Валек-то наш, походу, втюрился. Фу, в биолога, чель? Да в какого биолога? В новенькую нашу. А, тьфу, она стрёмная. Я прекрасно слышу все, о чем вы говорите. Я категорически отрицаю все ваши догадки. Ага, конечно, втюрился в нее. Невозможно испытывать любовные чувства к человеку, которого увидел первый раз в жизни. Любовь с первого взгляда – это миф. Точно, втюрился. Короче, мы там корабль спасли, кучу народу. Нас даже сам капитан благодарил, награду нам дали. В общем, мы теперь герои. Ну да, конечно. Герой, спасли, капитан и все такое. Ты че мне, не веришь? Да верь, я такие же истории, только это, о войне рассказываю. Правдивые, да. Да это правда было, мы корабль спасли. Да, а я планету спас, даже не один раз. Да чё ты гонишь, я не вру. Ладно, крутая история, так давай это уже, ещё бахнем. Ладно, давай, наливай. Давай, за нас, за героев. Точняк. Анатолий, как вы смеете пить на работе, когда вы почти месяц отсутствовали? Да это, ну, за возвращение. Я вас на сколько отпускала? На 2 недели. И где вас месяц носила? Да чё вы орёте? Он корабль спасал. Пока он там всякие корабли спасал, учитель физики за него труды вёл, после того, как биолог того в больницу попал. Ну и чё мне ему, Магарыч поставить, что ли? Будете за него уроки физики вести. Физики? Нормально, это я могу. Пока он там твои корабли спасал. Пока он там всякие корабли спасал. Пока он там всякие корабли спасал. Учитель физики за него труды вел. Пока биолог там того. Давай заново. Пока он там корабли спасал. Учитель физики за него труды вел. Когда биолог... Да блин! Пока он там корабли спасал. Учитель физики за него труды вел. Пока он там всякие корабли спасал. Учитель физики за него труды вел. После того, как биолог... того, в больницу попал.